кататься на коньках, горных лыжах, покорять склоны на сноуборде, да и просто гулять с детьми комфортнее в специальных костюмах. Они не только защитят от ветра и мороза, но еще и поднимут настроение яркой расцветкой. На некоторых сайтах на горнолыжные костюмы скидки. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Выбирая горнолыжный костюм, сначала нужно определиться, для каких целей вы его покупаете. Чтобы заниматься в нем спортом или просто для прогулок. Для занятий спортом подойдет классика. Это строгие спортивные формы без лишних деталей и проверенные временем расцветки. Ориентированы на широкий круг лыжников, которые предпочитают кататься по хорошо подготовленным склонам. Крой классических горнолыжных костюмов не сковывает движений, характерных для технического катания. Большинство моделей утеплены, чтобы райдер не замерз на подъемнике, и в то же время оснащаются хорошими мембранами, чтобы обеспечить эффектную защиту от ветра и отвод влаги при физических нагрузках во время спуска. Костюмы фэшн подойдут как для прогулок, так и для тех райдеров, которые хотят шикарно выглядеть на склоне. Технические свойства в них порой уходят на второй план. Такие костюмы выбирают глазами. Главное – это премиальный внешний вид и декоративные элементы – нашивки, мех, стразы и даже ручные вышивки. Крой брюк и курток меньше похож на спортивную одежду. В женских моделях он выполнен максимально приталенным, чтобы подчеркнуть фигуру. Не всегда такой крой удобен в катании, но выглядеть вы будете эффектно. На сайте Озон горнолыжный женский костюм с белой курткой и черными брюками можно купить со скидкой в 504 рубля за 5040 рублей. Куртка слегка приталенного кроя, центральная молния с ветрозащитной планкой на кнопках и липах, воротник-стойка с велюровой отделкой, съемный регулируемый капюшон, съемная снегозащитная юбка, вентиляционные продувы в области подмышек, карман для ски-пас, эластичные манжеты с прорезями для большого пальца, брюки с высокой съемной спинкой и отстегивающимися лямками, регулируемый объем талии, анатомический крой колена, внутризащитные гетры. На сайте MyToys сплошной горнолыжный комбинезон бирюзового цвета предлагают с 30% скидкой за 8953 рубля. Он выполнен из мембранного водоотталкивающего материала, защищающего от снега и дождя. Капюшон на флисовой подкладке с высоким воротником-стойкой не отстегивается и имеет дополнительные утяжки. Рукава с внутренней трикотажной манжетой и дополнительной утяжкой на липучке. Низ штанин дополнительно регулируется при помощи молнии и кнопки. По линии талии предусмотрена молния, позволяющая отстегнуть штаны сзади от верхней части, что значительно облегчает использование комбинезона. Подкладка верха выполнена из термоткани, позволяющей сохранить больше тепла. В магазине «Кант» детский горнолыжный комбинезон «Рейма» желто-голубой расцветки можно купить за 13 999 рублей. Он абсолютно непромокаемый и предназначен для катания на горных лыжах, сноуборде и активных игр на свежем воздухе. Практичная модель с функциональными деталями максимально защитит ребенка в любую, даже самую изменчивую погоду. С помощью регулируемой талии его легко подогнать по фигуре. Внутренние манжеты из лайкры защищают от ветра и снега. Безопасный капюшон легко отстегивается в том случае, если ребенок им за что-то зацепится. Оснащен двумя боковыми карманами и карманом для скипаса. Выдерживает температуру от 0 до минус 20 градусов мороза. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами! Отличные скидки!